Один день и десятки коллекционных цацок. У Гомеля прошла выстава «Лялек». Свои работы на ней представили больше, как 20 мастаков и рамесников из разных кутков Беларуси. Они створают авторские цацки из разных материалов – аксамиту, плюшу, фетру, фланели и футра. Шиют коллекционных зверков у одином экземпляры и уручную, тому каждая фигурка является уникальной. Пригожие хлопчики и девчонки, медведи и зайцы с тканины стали так популярны, что их коллекционирование перетворилось у модное и дорогое захопление. Такие цацки лічатся соправдными предметами мастацтва.